Так, друзі, ми продовжуємо. Продовжуємо з нашою гостею Наталія Валіцька психолог, трансперсональний, причому психолог, тренер, фахівець у складних стосунках та тіньових кутах особистості. Отак, отакі регалії у вас. Ми вітаємо вас, пані Тетяна, пані Наталі. Боже, вибачте. Я знаєте, що хотіла вас питати? Давайте, по перше, почнемо якраз зі стосунків, тому що зараз такий час дуже дуже такий непевний. Знаєте, скоро новий рік. Це такий такий момент, коли людина трансформується повністю, трансформується по відношенню до себе, трансформується по відношенню до своїх близьких. Як використати цей час правильно, щоб себе переродити, але в хорошому сенсі цього слова? Ну у нас Гутасобіни. Я щас, сьогодні Здравствуйте, да, всі зрителі, розміщала картинку, де котик держит цю крису, і говорить, можна я съем ваш символ года? Гріт, ну вже ні, таке терпеть рвався. И это про то, что сейчас люди попали в особую ситуацию, они очень плотно живут, очень вместе, очень близко. И это про то, что все наши программы шероховатости мы очень царапаемся у близких, потому что вопрос личной территории, когда люди перестали так активно перемещаться. Ну, вы знаете, да, что у нас 2020 год сейчас, и с какого конца начать? То есть получается, что я немножко предысторию, постараюсь быть краткой, о том, что когда мы рождаемся, у нас устанавливаются поэтапно, как маленькие вот метафора эволюции, онтогенез в филогенезе. И программки, когда нам нужно научиться расслабляться, да? если этому не было в младенчестве достаточно времени уделено, то человек вырастает, он не может расслабиться, восстановиться, то есть люди не высыпаются. И тогда все наше недовольство начинает выплескиваться. И вот момент, конечно, когда сейчас мы вот по этой теме хочу добавить, упираемся в острые углы друг друга. Mm -hmm. то э, я хочу напомнить, что самый лучший способ любить людей ⁇ это найти с каждым правильное расстояние. Mm -hmm. Почувствуйте, да? То есть родственники в некотором роде самые э, близкие для нас люди, самые заботливые о нас и самые жестокие, потому что у них есть своя версия нашего хорошо. И если вы живете в режиме, вы выросли и уже можете жить отдельно, то я советую как можно раньше, mm -hmm. да вот делиться, чтобы не было этого мама на балконе, да, давайте с этого начнем, потому что это отношение с собой, это с мамой в своей голове. Все равно мы голосом своей мамы продолжаем себя ругать или хвалить. У кого мама говорила, ты тут писа, то это еще говорит, вот ты такая, кто-то говорит, ты там как-то еще там Маруся, например, еще какие-то слова, то есть слова Наш даже спосіб себе хвалити і ругати, он корнями в детство ходять. Ну це, до речі, часто відбувається таке, навіть коли батьки вони хочуть якнайкраще, так? Наш, ой, да я знаю, ти у мене, наприклад, там, там в техніці не дуже, але ти такий гуманітарій, наприклад, да? ти у мене так читаєш швидко або завжди читав, а ти, можливо, навпаки, у тебе є. Можливо, там ти спочатку свого життя так не, не цікавився, да? там, наприклад, технікою мовною або математикою, а потім у тебе з'явилися ці от побажання. Ты хочешь це делать, у тебя есть тяга до этому. але ты, ти... ну нет, мне я ж, я ж, ж мама сказала, что я гуманница. Да, вот есть, смотрите, у нас же есть возраст такой замечательный, нежный, когда мы даже не знаем, мальчик или девочка. Нам потом рассказывают, ага, оказывается, я девочка. Я даже помню себя, когда я обнаружила хорошо, то есть удивительно, да? Мы не знаем ничего, умница, да, красавица. И вот эти все эпитеты, все описание нас мы получаем от внешнего мира. Потом, когда мы вырастаем, мы можем это измерить какой-то внутренней статистикой, чего больше, где я сам себе нравлюсь. И потом это взращивать. Так вот, когда мы отделяемся вовремя от мамы, а люди должны жить отдельно, когда они половозрелые, да, или смогли уже как-то отделиться. Тогда, получается, заметьте, насколько хорошие отношения в семьях, где они Навистание. встречаются по семейным праздникам. Не случайно это народное. Чем больше расстояние, тем крепче любовь к близким. То есть тут же исчезают конфликты. И следующее. Если мы говорим о конфликтах, например, в семье, то если была возможность иметь разные комнаты, разные этажи, посмотрите, да? То будут какие-то соседские стосунки, если окрами комнаты, нет? Смотрите, сейчас же тема брака вообще претерпевает трансформацию, очень большую, давайте не будем лукавить. И мы видим такую картину, что самые успешные люди стремятся вот, как сохранить право на автономию, и предпочитают, например, гостевой брак. Или если это не гостевой брак, они живут на одной территории, они умеют вот это уважать пространство друг друга. Мы все равно упираемся в это. Ну, це якась трансформація, така циклічна, вона, вона вікова, чи це просто від такий період просто життя. Що раніше раніше ж такого не було. Раніше навпаки, всі в одній кімнаті, всі да, свята, всі щас постійно табу. поруч, аж аж шкіра, знаєте, так трошки Да. А зараз навпаки говорять про особистий простір, про вільні стосунки, про гостівів там шлюби і таке інше. Так, так, розумію. Це така ера? Це така ера, так. Значит, развиваются люди сейчас по экспоненте очень быстро. У меня эта тенденция очень сильно огорчала. Я живой человек, у меня двое детей. Сыну 23, дочки 15. Это сложный возраст. То есть у меня вот муж ⁇ это проект Мои дети. И вместе с тем я могу сказать, что вот это, когда была огромная семья, то есть такой клан... Дети выигрывали, они получались очень хорошо воспитывались от старшенького к младшенькому. Потому что расстояние то ближе, мне приятнее подражать тому, кто на меня похож. Ну, по, по возрасту хотя бы. То есть, очень быстро происходило обучение. Допустим, моя мама из семьи, где было 11 детей. Понимаете, да, то есть, например, да, то есть, я, у нее есть сестра, нас двое. У меня двое деток. И мы попадаем в ситуацию, где, ну, вот вам честно или вежливо иногда говорю, у честно. нас банк заменяет родовую систему. Говорит, позаботься о своей страховке, я для тебя буду хранителем. Раньше мы могли прийти домой а, на огромной семье, то есть еще какие-то, не знаю, 50-100 лет назад. Мы понимали, что здесь наши, они нам помогут. А здесь, получается, вся экономическая система стремится к тому, чтобы человека отделить. Посмотрите, что происходит в Силиконовой долине, где люди такой комфорт вокруг имеют, чтобы они вообще не уходили из здания. Вот вам кафе, вот вам фитнес-зал. То есть мы можем обижаться, мы можем, я же говорю, рвать на себе волосы, мы можем как-то страдать по этому поводу, но лучше станцевать с этой реальностью. И получается, что что, что здесь подсказкой будет хорошо, когда изменения происходят не очень быстро. Смотрите. Адаптация, Адаптация вот да. То есть человек эволюционировал, когда его вот так вот медленно вытеснили крупные приматы из саванны, вот это побольше мышцы костяка. и он так медленно успел ну, встать вот, на две ноги и как-то сориентироваться. Mm -hmm. И он этот гаджет мозг развил. Да? То есть мы, мы родились с гаджетом, вот мы, мы всегда уже с ним будем. Yeah. Палка-капалка — это гаджет, друзья. Мы уже при, приложение к какому-то предмету. Мы недостаточны. Смотрите. И э, в этом, опять же, и дары проклятия. То есть все, весь мир идет к тому, что как муравейники, будет разделение функций. Дальше, больше. И вот э, я думаю, что еще немножко времени, и скоро будет тест на право иметь детей, на родительство. Потому что у нас многие рожают детей до того, как выросли сами. Так, дети еще эта тенденция вообще. есть, понимаете? Поэтому получается, что вот найти вот этот оптимальный баланс, не то, что вот только это лучше, а плохо крупная семья, большая надо вот все отделяться. То есть не поймите меня буквально, но именно в этом секрет того, что мы вдох и выдох делаем. Вдох, выдох. И если мы успели соскучиться за партнером, за родителями, мы не будем поднимать конфликт. Дайте право соскучиться за человеком. Если вам плохо впали, не доводите до конфликта. То есть в свое время я бы не стала хорошим психологом, если бы у меня не вот этого стажа 18 лет в браке. И когда муж говорит, ну смотри, мы столько лет вместе, говорит, знаешь, вот, а ты все едешь, если бы я не ездила, не проводила путешествия да, в Таиланд, в Индию, в Непал, я немножко альпинист, и большие горы ⁇ это очень мою, и там персональная психология как раз из шаманских культур разных народов мира. Мне это очень интересно, как психология корнями прорастает в культуру. А культура, наука, все це відбувається із ну, Якщо вот трохи ]ствий. повертаючись до, до того, що ми почали, так новий рік, ну все-таки це такий все -таки так. час для того, аби можливо десь свої там попередні помилки виправити, десь стати іншою, можливо, людиною, десь стати краще, десь ну це завжди так сприймається. Так новий рік ми пишемо собі список нових бажань, м там цілий, які ми хочемо виконати саме в цьому році, ніби то що раніше не було часу. Давайте так, зараз выполнять. Очень важно. Как это правильно, от як я не знаю, прийти в ту так в сведомости, чтобы откинуть все нежелание свои прояви, и просто идти по заданных целях, по заданной мыти. А сейчас я расскажу, потому что вот эти вот мистерии перехода, когда мы инвентаризируем свои желания, это очень важный момент. И хорошо это делать, как раз в состоянии равноденствия. Исторически это астрономический время, которое нам помогает. Значит, что хорошо сделать? Хорошо взять как матрицу оттиск, подсказка, например, «Четыре стороны света». <свят> Некоторые культуры использовали крест, только не только христиане его монополизировали, а крест — это самый древний символ. И вот он, вписанный в круг, он, получается, раздает нам четыре стихии, четыре стороны света. И цели хорошо поставить по четырем областям жизни. Например, Восток — это личные отношения. Хорошо, когда есть цели в личных отношениях. Если нет личных отношений, друзья, вы прописываете цели с теми, кто создает вам атмосферу любимости. Это может быть семья, мама, это может быть ваш ребенок. Если даже нет мужчины у женщин, да, у мужчины можно забажать или человека, или женщину. Забажать и так можно. И туда хорошо написать пункт, что я сделаю уже завтра. Для да. того, чтобы да. он у меня появился. Да, так? Что, я не что... про себя. <laughs> хорошо. То есть э, прописать себе, что я сделаю такого, что я никогда не делал. Смотрите, чтобы мы получили по целям то, чего раньше не было, а надо сделать сейчас... то, что мы никогда не делали. Например, я могу изменить имидж, я могу оказаться в месте, где водятся вообще мужчины и женщины. Хорошо, кто-нибудь говорит, лотерейный билет купить. Помните, какую mm -hmm. там анекдоте? Вот. И цели должны быть по личным отношениям. Если они есть, это может быть, я начну любимому делать массаж. Ну, стоп, да, есть, подаю. Подаю. То есть, это стосунки, роды, на любовь. Так. Далее. Там, Далее. Захід. А пойдем напротив. Так будет понятнее, на контрасте. Так. Я и тень, моя любимая тема. Именно на контрасте находится вот этот вот истинный баланс жизни. Это работа, конечно. Если на Востоке я рисую сердечко на флипчарте, да, то здесь я рисую доллар. Да? Такая мировая валюта. Да, извините, что не гривна. Символ. Да, символ валюты. Это то, что мы отдаем в мир, во внешний, в социум. И то, что нам приносит результат. Где мир благодарит нас за это. И это хорошо поставить эти цели. Туда относятся, другими словами, самореализация, планы по там, иногда, развитию, карьере. Что я добавлю, и потом, смотрите, мы пойдем сразу на север. Север – это внутренний мир, голова, голова, образование, медитации, смыслы. И вот вернемся к теме отношений, когда mm -hmm. вы спросите, что делать с отношениями. Хорошо, когда человек знает, что делать со своими чувствами. А я еще не знаю. А если не знаете, обращайтесь к психологу. Не то чтобы на правах рекламы, но вот как в этом... Анекдоте, все, что вас не убивает, делает сильнее. Вы не только решите свою проблему, вы еще сможете понять алгоритм и mm -hmm. применять. Мы живем в мире алгоритмов. Как это работает? Познай жизнь, как она работает, и начни применять это так, чтобы у тебя был результат. И тогда получится следующее. Опять же, про личные отношения. Смотрите, мы же когда маленький ребенок, сначала а, вин я к зверятку. Значит, он обязательно вот ползает хорошо, поел хорошо, покакал хорошо, а потом мы хотим, чтобы он это делал в отведенном месте то же самое с эмоциями, то есть как один а, герой а, нашего пространства перехода сказал: я хочу, чтобы женщина знала, что сделать со своими чувствами по поводу меня. Это как отец с троих детей, он в браке. То есть это грамотное отношение со своими чувствами. И смотрите, тут о чем речь идет, что иногда можно понять, что человек выбрал обижаться, и это его выбор. И вот чтобы в этом разобраться, чтобы не брать вину на себя, а вина самый мощный, скрепляющий фактор связи семьи. Ми uh, говоримо завжди, що все йде з дитинства, так uh -huh. і все все одно формується десь завчасно до нас, ще десь на підкорці, на підсвідомості. Uh -huh. uh, і ми так ми почали просто з особистості, так але ми сьогодні хотіли поговорити і про булінг в тому числі, про те, що є новини нещодавно знову з'являються періодично, так про те, що на львівщині там вчителька uh, била на очах у всього класу дитину. І це відбуває, як це потім е, трансформується дитина, так? Вона з цим живе. Mm -hmm. ну, тобто є такі прояви багато їх або це вчителі, або батьки, або е, діти однолітки. Як потім людині правильно себе взяти докупи після таких стресів і жити далі щасливо? Очень важливо на стороні рібінка, хтось був. Очень важно, сейчас я закончу по магическому колесу вот эти четыре стороны света, и мы перейдем к тому, потому что вот этот север, который сейчас остановилась это внутренний мир, отношения с собой, и корни отношения с собой, это то, как родители к нам относились. Мы опять по кругу возвращаемся в точку, где мы ничего о себе не знали. Если массово ребенок вот получает такое отрицание, осуждение, еще и под, подтверждение авторитетного лица в том, что с ним что-то не так, Ему очень тяжело будет выровняться, выпрямиться. И если, как это называется, нам не, не дал как это Боженька по доброй воле нам высокий старт и хороших родителей, придется себе это устроить самостоятельно, сформировать внутренних маму и папу, одобряющих внутренних защитников через вот в этом случае контакт с тенью. Тогда, получается, у этих личностей, что происходит с такими детьми, встраивается система самоосуждения, неуверенности, хронического страха и вины. И вот, чтобы преодолеть, выйти из этого а, каркаса, а ребенок от этого сжимается у него даже тело сжимается нужен кто-то, кто извне протянет ему руку помощи. Я не говорю, что всегда вы все должны нуждаться в психологическом сопровождении. Нет. Но есть периоды жизни, которые касаются кризиса или касаются: Я хочу все изменить. И вот тогда, тогда мы дорастаем до состояния квантового скачка, и чтобы выйти на новый уровень, нам нужен человек извне, который подаст нам руку и вытащит из нашего вот этого ограниченного пространства. Мы варимся в своем соку и можем думать, что с нами все хорошо. Если все-таки вы не получаете желаемое долго, mm -hmm. значит, стоит в это время обратиться к кому-то. И как выбирать специалиста? Вы должны понимать, что вы все равно будете на него похожи, не по технике. Это терапия личности. Вам должно быть что-то вдохновлять радостно рядом, больше будущего рядом с этим человеком. Вы чувствуете запах будущего, чего не было. И так хорошо выбирать партнера, вот как женщины говорят, самые лучшие мужчины это от которых пахнет будущим. <св> вот То есть это вот, вот люди харизматики, люди с путем, которые живут в будущем, вот насквозь, через момент, как будто что-то через них говорит. Они у них уходит попытка понравиться и быть интересным. Понимаете в чем дело? Ведь потом, чтобы вот преодолеть вот эту травлю в школе, ребенок все время выходит и он пытается нравиться. Он забывает миссию, с которой пришел в мир. Это про провины, она потом постоянно переследует, да? Да, он хочет сначала понравиться, а потом я начну раскрываться. Это так не работает. То есть называется вот иногда такая стратегия для взрослых, не для детей. Падающего потолкни, быстрее подымется. И мы с темой тени работаем через это. То есть люди приходят в зону страха, говорят, я хочу, давайте, мне надоело, да, вот. Я боюсь быть круглой дурой. Давайте вот хорошо, называйте меня там, там три дня этим, этим вот словосочетанием. И тогда приходит состояние через этого драйва, и человек как, ну понимает, что этикетка не есть суть. Но очень часто, когда булят детей в школах, они закрываются, и они не делятся. И это проблема. Так, так, это есть. И это как раз и связано с детством. С какого конца решать проблему будем? Потому что э, травят, наверное, по чуть-чуть, каждый чуть-чуть коснулся этого. Ну, по крайней мере, те, кто ко мне приходит, я это видела это слышала. И получается, что некоторые быстро проходят этот опыт. Тогда, когда у них были родители на их стороне. Кто-то. Иногда ребенок делится с подругой. Вот. А если он, получается, дома получает осуждение со словами типа, что люди скажут, да, вот это народное да. наше. И там люди сказали, ай-яй-яй. Он не может прийти домой и скажет, мама, ты знаешь, люди сказали вот то, что ты не хотела, чтобы обо мне сказали. Наверное, вообще, то есть... И вот, вот эти все, все мысли не путать с суицидальным поведением. Мы все подростками рано или поздно касаемся, мы думаем о том, что все конечно. И момент, когда человек... Давайте о крайности поговорим, так лучше будет понятно, о чем мы. И когда человек действительно начинает подумывать вот так вот, зачем я живу, я никому не нужен, ну что-то не так, возникает следующий момент. Я с собой быть не могу, мне не разрешают ни мама, ни в школе, ни друзья. Смысл жизни. То есть, и тогда я лучше уйду, получается, как, вот, как, как бы душа, а будем говорить этими словами, как говорит... находит себе место. Мы здесь не находим для реализации вот этой вот площадки и платформы. Ну давайте поменяем эту жизнь на следующую. Да? Предположим, что есть реинкарнация. Говорит, Ну я выйду, может, я зайду нормально, да? Вышел из себя, выйди и зайди нормально. Может быть, второй, в третий раз. И тогда человек не находит поддержки. И вот тут очень хорошо, я проживала это со своим сыном, ну, расскажу эту историю. У нас отец очень большой интеллигент, он гуманитарий, у него абсолютный слух. Он не может произносить матерные слова категорически, это, это вот, вот никогда и вообще. И сын понимал, что из-за вот, вот этого всего он получит нотацию что на полтора, а ребенок не может это вынести. Не готовый. Понимаете, да, вот эфир уже может уже устал. И получается, что я его отвожу. И у нас сейчас такое время, что у нас границы пола стираются. Мы должны быть и мужчина, и женщиной. Где-то как де мальчик, где-то как девочка. Где-то брать ответственность, где-то получать удовольствие и вот восторг излучать, чтобы и себя разогревать, и других. Я сына отвожу, говорю, рассказываю, он вытирает слезки. А вот лет ему было 10, и я говорю, что? И что будем делать? То есть, смотри, Надо что-то делать с этим. И тут я вспоминаю, вот как у нас устанавливается программа. Сначала наслаждение медуза, потом рыба действия, потом программа Ну, тобто, он сам это ответ на питание, так? А, ну как же, ему надо показать. Мы же найти шлях. Подражание, у нас же обезьянье программа. То есть мы развиваемся, как дети маленькие, подражаем за старшими. Вот даже дочка младшая за сыном повторяла, я пошел, я поел. То есть ей нравилось вот это в мужском лице говорить о себе. И я говорю, так, давай репетировать. Давай репетировать. И, вот, и смотрите, когда мы начинаем превращать это в игру, то есть некий спарринг, мы должны пройти этап возможности проявить отторжение. Вот это вот жестикуляция руками. Смотрите, вот сейчас я говорю, я жестикулирую. А теперь вспомните, как люди в истерике выглядят иногда. Они вот, их трясет, трясет вот так вот они это делают. Получается, что? Получается, что человек, который вот так вот живет, вот у него такой пол полупаралич, ему там э, очень давно надавали по рукам, вот, и спина у него сутула, и потом уже капли, последней капли сработал, и потом он начинает растряхивать пространство. А если мы отдаем ребенка на спорт, да, жесты пошли, то есть мы позволяем человеку чувствовать пространство, то есть что не вот это низко дышишь, гром громко дышишь, низко летаешь, то есть, и мы начинаем с него, говорю, так, сильнее, то есть я говорю, так, толкни меня. Толкни. И вот он, он сначала хочет... так неуверенно, да, а потом это все, мы засмеялись вместе, да, обнялись, вот, и мы постояли, и больше, не просто у него не было этой проблемы, а мало того, он стал авторитетом. Пані ну, все, так. що нас ніваділиці не вбиває, не вбиває, важливо ще й чути дітей своїх, так і розуміти насправді їх потреби, що їх непокоїть, і питатися, питатися, питатися їх і правильно з цим працювати. На жаль, маємо завершувати, тому що в нас завершується час. З нами в студії була Наталія Валіцька, психолог. Ми дуже вдячні вам. Дорогі друзі, не забувайте за наш Ютуб канал, підписуйтесь і слідкуйте за нами, тому що ми завжди там викладаємо найактуальніші і найцікавіші новини. Ну Ми маємо прощатися з вами. Всім дійсно вдячні за увагу. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Правда, тут ставте лайки та натискайте дзвіночок, адже вам тоді будуть приходити повідомлення про те, що ми вже в ефірі. E aí